Вархуман, также Варгаман, 640-670 год. Нашей эры, был их Шидом, царем, Сагдианы, проживавшим в городе Самарканд в 7 веке нашей эры он сменил короля Шишпина. Он известен по фрескам Афросябы в Самарканде, где его посещают посольства многих стран, включая Китай. Есть также надпись на фресках прямо упоминающая его. Его имя также известно из китайских историй. На одной из фресок изображено китайское посольство, несущее шелк и нитку коконов тутового шелкопряда местному сагдийскому правителю. Сцена, изображенная на фресках Афросиаба, вероятно, произошла вскоре после 658 год. Нашей эры когда династия Тан завоевала западно-тюркский каганат. Вархуман был номинальным вассалом китайцев. Он упоминается в китайских летописях. В эпоху Нхуэй, за 650-655 год, Кайтин, император Газун, сделал эту территорию правительством Канзю и дал титул губернатора королю страны Фухуману. Китайские летописи по Вархуману. Наследие Вархумана было недолгим так как его дворец был разрушен арабским генералом Саидом Ибн Усманом между 675 и 677 годами нашей эры. В то время, по словам Наршахи, царя Самарканда больше не было. Надпись с упоминанием Вархумана на фресках Афрасиаба найдена надпись, в которой упоминается Вархумен. На Сагдийском написано. сагдийская надпись «Когда царь Вархуману наш пришел к нему, посол, Открыл рот и сказал так, я да перпод, канцлер Чаганяна. Я прибыл сюда из Туран-Таша, владыки Чаганяна, в Самарканд, к царю. И в отношении царя теперь я здесь. И в отношении меня нет никаких опасений о богах Самарканда, а также о письме Самарканда я хорошо осведомлен. И я также не причинили никакого вреда королю. Пусть вам повезет. И король Вархуману наш попрощался с ним. И, тогда, доперпод, канцлер, чача -Ча открыл рот. Здравствуйте, подписывайся на канал, нажми на колокольчик.